В Ельниковской роще в Новочебоксарске высадили яблоневую аллею. Ее заложили в память о героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла. В создании аллеи принял участие и министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Он лично проследил, чтобы яблони были высажены по всем правилам и прижились. Руководство администрации Новочебоксарска планирует благоустроить этот парк. Надеюсь, что все деревья приживутся и в последующем сохранятся. И в честь 76-летия сегодня мы сажаем 76 яблонь. Я считаю, очень хорошая идея. Особенно эта акция важна для ветеранов. Они всегда задумываются, что останется после них. Смогут ли они передать память о героизме нашего народа будущим поколениям? Яблони, которые каждый год будут своим цветением напоминать о 9 мая 1945 года, отлично подходят для этой цели. Там 3 дерева посадил, сейчас вот где-то в 3 местах. Обязательно я каждый год постараюсь, сам живу в Чебоксарах, но за лето, я думаю, 1-2, обязательно загляну, посмотрю, как они растут. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.